Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Assassin's Creed Хроники Китая. Продолжаем проходить эту игру. И в предыдущей серии что мы делали? В предыдущей серии мы вроде убили какого-то там предводителя, что ли, правую руку какого-то там императора всего Китая, да? И... Опа, как-то я... Я прям, ребята, про какой-то нафиг невидимый ассасин, что ли. Это у меня, если честно, вообще случайно получилось. Ну, мы продолжаем проходить эту игру, ребята. И добро пожаловать в нашу новую серию. Я не знаю, сколько будет длиться еще это прохождение, потому что я не имею никакого представления, насколько длинна эта будет игра. Но, по сути, если мы убили правую руку императора тамплиеров в Китае, да... то, по сути, мне кажется, уже очень быстро нам, наверное, будет нужно убить самого императора, по сути, если размышлять логически, да? Ребята, посмотрим, потому что я, если честно, еще сам не в курсе, будем видеть, что, точнее, что нам предстоит сделать еще в дальнейшем. Да, слушайте, твою мать, я понимаю, у тебя там трудная работа, ты там ходишь, всех убиваешь по 100 человек в день, но я не имею малейшего представления, почему вот иногда вот эти лаги бывают. Я в подкате нажал, тогда, когда у него над башкой была вот эта хрень, что как бы мы его можем убить, я нажал, но почему-то ты не убил, потому что ты был в подкате, я нажал убить, когда у него на голове было нарисовано вот эта хрень, то что... Ух ты. Было нарисовано вот та хрень, то что, мол, мы его можем убить, да, с одного удара. Но почему-то... Но почему-то это не сработало, и, в принципе, он просто-напросто его обычно ударил, вот, например, вот, сейчас сработало, а тогда почему-то, я не знаю, ребята, ну, всегда, знаете, везде бывают свои какие-то лаги, недочеты, иногда, может, случайно ты там это сделаешь, ну, хрен его знает, ребят, честно. Ну, давайте опять попробуем. Сейчас сработало. Ну, это нормально. Этого мы тоже убили. Вот этого, по сути, мы тоже сейчас убьем. Только нужно, чтобы он... Ой, нет, назад, назад. Чтобы он к нам вернулся. Потому что он куда-то туда там пошел. И вот ту какую-то наложницу нужно спасти. Поэтому нам нужно... Тихо туда подкрасться, а не чё нахрен на пролом бежать, всех топтать, всех убивать. Вот этого мы тоже быстренько так убьем. И мне кажется, сейчас вот тихо нужно, потому что тут пол топчется, что ли. Ну, в смысле, очень пол топчется. Да, я сказанул. То есть очень слышно, когда ты топчешь по полу, и, наверное... Он бы услышал и зафигачил бы ее. Мне кажется, так бы, наверное, и было. Нам сюда... Да, сюда. Это кто такой? Мастер какой-то, что за хрень? Фу, так. Я не знаю, можно ли этого убить? Ну... Да, мастер-мастерок. Ладно, сейчас попробуем по-другому как-то. Он будет сюда идти или еще развернется просто? Посмотри назад, пожалуйста. Мы тебя очень просим, да, ребята? Но, мне кажется, хрен он туда посмотрит, когда нужно. Когда не нужно, они всегда нахрен назад смотрят и тем самым нас всегда палят. Опа. Я бы успел там за миллисекунду, но видите, что... Не зря же нам это умение дали, я надеюсь. Да, не зря, ребята. Фу. Нормально, нормально, мы так быстренько... Опа, там у нас уже... А мы так быстренько вот это все прошли, что даже не пришлось их убивать нафиг. На умение, да, то есть нормально. Можно сказать, нормально. Так, что нам сейчас нужно? А, ну это перерубить уже, понятно. Ножичек сейчас туда запустим. Опа.
И все. Сейчас мы отсюда даже прыгнем. Я надеюсь, мы не умрем. Да, вряд ли. Ну вот, нормально. Молодчина. Так, китайоза. Побежать. Ой. Побежали, ребята. Это, мне кажется, это уже какая-то, знаете, что ли. Может, предпоследняя миссия, будем надеяться. То есть не последняя и не предпоследняя, а как бы и еще. Будем надеяться, ребята, я не в курсе, честно. Бэм-бэм-бэм. Сейчас. Мне кажется, нужно будет прыгать, как. Вот сейчас нужно будет. Твою мать. Давай. Все, ты нас не увидел, ты нас не запалил, ты только что-то там. Опа, ой. Что-то не то заподозрил. И ты тоже. Ну сейчас, подождем, пока они там разойдутся нафиг. Да твою мать, а ну чё вы такие палильщики? Вашу мать, как он меня бесит. Как он меня бесит. Ну, вроде как там мы убежали. Твою мать, да вы издеваетесь нафиг. Вас как-то тут не очень много. Вы не думаете, что вас тут как-то, ну, слишком, что ли? Им, наверное, похрен, ребята. Будем тут стоять. Опять он его не убил! Опять, ребята, я во время подката хотел его убить. Опять, когда над его башкой был вот этот знак, что как бы мы можем ее зарезать. Он просто проскальзывал, когда я нажал вот этот знак, чтобы его убить. Он встал, привет, мы тут. Долбанул его по спине. Такой, знаете, а? Здрасте, мы тут, разворачивайтесь, давайте вступаем в бой. А не, просто нахрен, зафигачить его и все. Он готов. Нет, нужно было... Да ты что, издеваешься, что ли? Нет, нужно было... Нужно было поздороваться, здрасте, мы тут, как ваши делишки. И все, то есть, нахрена мы будем убегать, да, если... Нахрена мы его будем быстро убивать, если можно поздороваться с ним и все, и просто... И просто так, простенько нафиг. Простенько... Ну вы понимаете, убить. Зачем, если можно хренью всякой позаниматься? Что за хрень? Дивуля, ты то ли косая, то ли я как-то... Я как-то не могу понять. Что за хрень? Почему я туда не могу запрыгнуть, ребята? Только не говорите, что мне что это какая-то баганая часть, что из этой части мы сейчас не пройдем целую игру, потому что она баганая. Что за хрень? Как я не люблю такую, вы себе не представляете, ребята. Если мне сейчас будет за какую-то часть, которую нереально пройти, удалять все это прохождение, то это не очень круто. Я не могу понять, что это за хрень, ребята, честно. Вот. Ребята, она просто-напросто как-то жопа, у нее очень тяжкая, она не может... Тяжелые, она не может просто-напросто туда запрыгнуть. Что за бред? Сюда мы можем, дальше тут прохода никакого нету. Что за хрень, ребята? Я не представляю. Ладно,
Ладно, мы прячемся. В другую сторону мы не можем ни пойти, ничего не сделать. Вот нам нужно именно вот сюда. Больше мы ничего не можем сделать. Ты тупая дура, у тебя ж... Пончики много ела, ты не можешь туда залезть, потому что жопа такая тяжелая, что просто-напросто прыгнуть нормально не можешь. Как я не люблю такие части, разработчики их нахрен не продумывают. А, и так сойдет, и все. А игроки потом мучаетесь, потому что нахрен она туда не может запрыгнуть. Как мне нахрен туда запрыгнуть, если она туда не прыгает, потому что она просто не схвачивается. Вот смотрите, ребят, я даже с большего расстояния попробую. Теперь с меньшего. Вашу мать, нахрен! А может вот так? Нет, не вот так, а вот сейчас. А вот так. А, так она вообще нахрен не допрыгивает. Ребят, я еще раз попробую и посылаю этот сын нахрен в жопу. Потому что это не смешно, если честно. Логичный выход, то есть... Другим путем мы не можем ничего сделать. Может, его нахрен отвлечь нужно. Ты дурак, что ли? Ну, давайте, ребята, еще раз попробуем. Я не имею ни малейшего представления, что за хрень, почему оно не работает. Не. Ребят, я не представляю, честно. Мне кажется, эта часть просто-напросто забавенная. В чем прикол? То есть, почему ты не прыгаешь? Или ты нахрен забыла, как ухватываться за уступы вот эти? Или я не представляю просто. Ну смотрите, идем. Большой уступ. Нету ничего сложного. Забираемся. Она не прыгает. Иди ты в жопу, этот ассасин, нахрен. Мать твою, этот ассасин багованный. У кого руки с жопы растут, что они не продумали вот эту часть, я не знаю. Но руки нахрен им нужно потрубать, потому что это не смешно. Ты тупая мразь, ты в курсе? Людей по 100 человек в день убиваешь, ходишь, бродишь нафиг. Я не знаю, ходишь, бродишь, перепрыгиваешь, ты прям невидимая, можешь между 300 врагов пробежать туда-сюда, но не можешь нахрен на уступ запрыгнуть, ты что, дура нафиг. Ребят, я... Непонятно, то есть вот это вообще нереально, я не представляю, каким местом они делали вот эту часть, но это, вот эту, смотрите, обычно. А да, вот, здрасте, мы тут. Тупая ты дура, а? Тупая ты дура и дебилы те, кто делали вот эту часть. Залезаем. Все, дальше некуда. Будем с самого уступа прыгать. Дальше некуда. Ребята, вы не смотрите. Спустя трое суток я сидел, миллион раз прыгал туда-сюда. Конечно, это образно, но это жопа, ребята. Миллион раз я прыгал сюда-туда. Миллион первый раз я точно так же прыгнул, как я предыдущий миллион раз прыгал, но и она зацепилась. Уф, ладно, я не буду просто говорить, потому что это... Жопа. Я не знаю, чем они делали вот эту часть, но это, ребята, жопа тут прям. Столько раз я прыгал одинаково.
И на какой-то такой же раз я так же одинаково прыгнул, и она почему-то зацепилась. А до этого она не цеплялась. Я не понимаю, в чем разница, что я прыгал до того столько же раз, и что я теперь такой же раз прыгнул, и, но почему-то вот тогда она не цеплялась, а сейчас зацепилась. Ладно. Ладно, лучше вообще не вспоминать вот эту часть, потому что это жопа какая-то, а не часть нафиг. Я не знаю, чем они ее делали, как они ее делали, но это, ребят, просто жопа нафиг. Я не представляю, почему и как, и почему вообще вот это все не работало, и сейчас взяло и заработало. То есть... Не знаю, ребят, честно. Будем считать, что это хрень какая-то. Я не представляю, какая, но, допустим, это хрень. Че, издеваешься? Ну я же тебя убил, нафиг. Ну твою мать. Да похрен, заложницы вот эти. Уже, знаете, как-то, ребят, это до одного места, если честно, иногда. Когда вот ты проходишь такую часть, которая прям, не знаю, не проходится, но потом как бы ты уже ее проходишь, потому что, ну хрен его знает почему, если честно. Ты уже как-то до одного места, ребята, честно. Будем считать баг. Не знаю какой, но допустим баг. Так, ну что, я надеюсь, уже сейчас конец вот этой миссии, потому что... Твою мать. Так. Так. Вы мне... Ага. Не будем ругаться преждевременно, потому что... Вот так. Ну и так, знаете, вот эта часть просто... Все, не хочу вспоминать вот эту конченую часть. Или она не конченая, просто багонная, хрен ее знает, ребят. Эх. Ладно. Там есть что-то? Есть, но... И тут есть, но... Ну, в принципе, эта хрень полезная, то есть она иногда пригодится. Вот эта энергия, да. Не запалились, замечательно. Еще если бы перед этим еще не запалиться. Если бы мы вот этого еще тут заколбасили, было бы вообще круто. А мы его заколбасили. Так, замечательно. А вот этот что? Иди сюда! Иди сюда! Подойди, скотина, ближе. Подойди, нафиг. Ну что? Я не знаю, честно, почему она опять его не убила, но... О, так мне не сюда, нафиг, а мне сюда. Это ты мастер? Или кто это? Да мне похрен, кто вы, ребята. Идите вы в жопу. Так вам жопа нафиг. Вы что думали, вы с каким-то, не знаю, внучкой какой-то там бабушки тут бабраетесь? Нет, нафиг, мы ассасины китайские. Мы ассасины. Обернись. Мудачина китайская. Я не расист, ребята, но все же меня уже задолбали нафиг. Обернись, твою мать. Ладно, эти подкаты, ребята, раньше работали, сейчас не работают. Хрен его знает. Ладно, будем считать, что... Я не знаю, что считать, но это уже хрень, ребята. Будем убивать стандартно, будем потихоньку так подкрадываться.
резать нахрен, да и все. Что мы будем париться? Зачем мы будем их убивать, если мы можем потихонечку тут пройти? Ну, это всегда нужно смотреть, вот эту всю хрень. Вот так. Тень золота, ну понятно. Мы же никого не убили, нас не запалили, мы просто-напросто тихонечко прошли. Я уже думал, он сейчас нас запалит. Ну вот сейчас заработал. А сейчас нет. Так, ладно. Я уже не знаю, ребят. Дайте мне конец этой миссии или этой игры, как вам угодно, но нафиг дайте мне какой-то конец. Вот, ну ладно, то есть не будем. Не давайте мне какой-то конец, просто дайте мне миссии без багов. Какие-то нормальные точнее, дайте мне нормальное прохождение этой игры. А если будут вот такие баги, то идите вы в жопу. Не давайте мне конец этой миссии, не давайте мне конец этой игры. Просто дайте мне нормальную миссию, где не будет багов и будет нормальное прохождение. Ну, эту миссию, ребята, мы прошли хоть с такими нервами, что я прям с ума чуть не сошел. Ваше императорское величие, рада вновь видеть вас. What is wrong? В чем дело? I'm sorry. Чего? До конца договаривай, зараза. Ладно, ребята, на этом мы уже будем заканчивать эту игру, точнее эту миссию, эту серию. Я уже, если честно, напарился, но надеюсь, вам все-таки понравилось. Вступайте в нашу банду крутых перцев, все, что вас требуется, просто поставить лайк, подписаться на меня и оставить комментарий по желанию, но буду рад, если вы это сделаете. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.